Всем привет! Прицел дневной Пилат ПВ-2-10-48Л. Книжечка вот такая, мануальчик у нас тут. Сейчас быстро прочитаем его, все всем понятно. Так, коробка поставочная подобного плана. Здесь у нас спецификация, прицельная сетка какая должна быть. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Прицел почему-то мне казался должен быть поменьше. Внутри у нас контурная проставка и хит сезона, батарейка 2032, Камелеон. Сверху вторая крышка для прицела, то есть едет он как бы там в мягкой упаковке. Сам прицел, то есть подобного плана, для сравнения. Я что-то думал, он будет вот такой, но видно, плохо думал. Так, что тут? Идет с поставочными крышками, то есть сразу... Передняя крышка как крышка, обычная крышка. Кстати, там вот можно сразу на объективе просветляйку посмотреть. Там текстуры, какой-то свет в конце туннеля. Примерно так. Ну, обычная крышка, не Батлер Крик, но лучше, чем ничего. А окулярная крышка повеселее, так как есть флажок для открывания. А-ля Батлер Крик, привет. То есть окуляр у нас подобным ракурсом. Если крышку снимем, опа, здесь у нас кольцо обрезиненное по диоптрике и плюс-минус 0, куда что крутить. Там все крутится на смазончике, по крайней мере, так все это чувствуется. Тра-да-дам. Так, можем закрыть пока. Здесь у нас МАДА Россия, серийный номер, крышки водопоправок, высокие удобные башенки, кстати. Такое вот матовое, а-ля что-то попахивает военкой, текстурированное покрытие. Правда, текстурировка у него плохо видна. Здесь у нас барабанчик up-down и, соответственно, этот слева. Left-right. Барабаны металлические, идут с подрезиненной проставкой, которая кольцо. Samsung задрал первые полгода, так нормально фокус ловил, сейчас вот уже задолбался. Да так, ремарка. Так, здесь у нас кольцо смены кратности с таким вот фиксирующим флажком. Не фиксирующим, а с флажком, то есть вот с вот этим. Удобно крутить, довольно-таки объемные здесь шлицы. То есть на крайне, когда прицел сломается, можно куда-нибудь в коробку воткнуть будет, если чинить придется. Крутится. Ну, так. Если сугубо говорить, как будто бы слегка по сухарю. То есть не совсем плавно, но довольно-таки туго, с некоторым скольжением. Но это чисто субъективизм. Относительно подсветки, то есть здесь у нас идет вот риска, от которой мы отталкиваемся, on-off, и погнали. То есть можно сразу включить на максималку, либо можно сразу на минималку включить. То есть пошаговая вот такая неплавная щелкалка. Батарейный отсек тоже прорезиненный. В контексте, что там колечко лежит, крышка под монетку. Такая крышечка, вот такое гнездо. Сейчас суну батарейку в сетку, посмотрим и т.д. и т.п. Так, ну примерно вот такая сетка, собственно, что наверняка стоило ожидать из картинки. Про фокус, кажется, я уже озвучивал. Ну и сейчас включу сразу на максималку, просто посмотрим, что да как. Ну, в общем... Надеюсь, вы поняли. Так примерно у нас точка светится на максимальной яркости. Ладно. На этом моменте надо заканчивать. Поэтому нуба-обзор закончен. Всем пока.